Поэтому я хотел бы также, этот меня друг просил молиться за его родственника, за его, как я понимаю, двоюродного брата, который постиг большое горе. И я хочу, чтобы Господь помиловал эту душу, чтобы он не погиб. Он говорит, я ему говорил много о Боге, но он говорит, я знаю по-своему Бога. Но какие-то увлечения, или даже вот эти праздники, но люди и на этих праздниках, или не знаю, количество алкоголя, или что-то другого, то есть и они могут погибнуть. И на праздниках люди обычно, к сожалению, это очень часто проходит на Украине, в России и в наших местах, где люди после праздников могут себе выпить много, излишнее. И это молодой человек, наверное, не видя хорошего примера, почему-то столько что-то произошло. Я не хочу в это касаться, но это горе большое. Большое горе постигло. Я сегодня хочу сказать, что мы служим Богу живому. Что мы стоим пред Богом живым. И сегодня, кто нас слушает, я хочу, чтобы еще все-таки вспомнили о таком человеке, я не знаю дословно его имя, но я говорю в эфир, я знаю, что Господь слышит, и я хотел бы услышать от своего знакомого друга, что пришло покаяние, что Господь что-то сделает, его дом постится, молится, и он печальный, и он где-то был печально, был. Поэтому я его утешаю, как друга, говорю, продолжай молиться за него, за свое родство, что Господь силен это сделать. И я сегодня хочу сказать, что мы прошли годы, мы вот ехали вот в радио, рассуждали, уже годы поджимают, многие наши ушли, у наших нет уже некоторых людей, которые были с нами, их нету. И годы поджимают нас, то есть мы проходим в жизни, и эти волнения нас беспокоят. Ну, перед тем, как я хотел бы что-то задать, может быть, своему, вот у меня сегодня родственник есть, вопрос, я хотел бы, чтобы с нами сегодня есть Павел, который вот поет, играет в церквях, вот, и когда вот, и желание, вот когда он поет, все подпевают, и молодые, и старшие, как-то он имеет такой, вот знаете, вот подход к людям, или вот какой-то мост. Поэтому, Павел, пожалуйста, исполните песню, которую вы хотели бы, у нас, конечно, мало по времени, но пожалуйста. Благословенный псалом, пасхальный псалом, ибо славу Господа я вспомню псалом, о Господь Иисус воскресший. О Господь Иисус воскресший, просиявший торжество, плоть людей к Отцу. Thank you.
вечер светлей сияла. Воскресенья заря, чтоб мой дух приготовляла встречи Вышнего Царя, чтоб бессмертие в смертном теле я тебе подобен стал, и святые дни цели на земле осуществлял. Ты воскрес, ты воскрес. Благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народу произойдут от нее. И пал Авраам на лице свое и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели 100-летнего будет сын, и Сара 90-летняя неужели родит. То есть это были такое время, что он получил вот ответ, может быть, и в таком возрасте. Но это было вот такое вот, здесь читаю место. Я сегодня, со мной есть Анатолий, хочу сказать, Анатолий живет сейчас, он в Флориде живет, это муж моей старшей сестры. Я помню вот эти годы, вот это когда вот, это были молодые годы, он, наверное, это еще когда они приезжали к нам на Украину. Это было что-то такое вот радостное, и до сего времени это была особенная радость. Хочу сказать, что я как-то помню, что вот было, когда у них свадьба, и одно было какое-то пророчество. Кто-то сказал, а у них будет большая семья. То есть, я думаю, а чего так это? И так действительно случилось, что у Толи вот большая семья, и знаете, кто-то боялся бы, сказал бы, как это может быть? А вот мы сегодня видим его, и он сегодня сколько ему, наверное, 60 уже или что-то, а все говорят, какой он у вас это, такой молодой. Толя, я хочу просто тебе задать вопрос. Но вот эти мысли, они все-таки, как я буду воспитывать своих детей? Они, наверное, всех пугали. Куда? Мне много детей. Как я сам воспитаю? Как я, что? Как я буду жить? А вот у тебя вот какое-то спокойствие. Это нужно только иметь от Бога получить вот такой ответ. Или как-то ты имел где-то когда-то откровение. Просто я, знаете, вот так, кто-то, а что мне делать, а как я буду, а что мне дальше будет? И хочу сказать, что вот у тебя все дети, сыновья, вот они все, вот ты сегодня приехал одному, второму. То есть как-то вот все вот устраивается. Как это? Ты имела на это откровение? Просто у тебя такой вопрос. Вот где такой иметь внутренний покой? Вот это, не имея такого вот переживания. Когда ты это получил? В молодости? Ну, я просто о чем говорю? Потому что жизнь, она ставит нас думать, и мы волнуемся, и мы боимся. Когда у тебя вот эта вот такая мысль пришла, мира и покоя? Пожалуйста, я никогда тебя за это не спрашивал, первый раз в эфире тебя спрашиваю. Пожалуйста. Ну, имел откровение, но самое основное то, что читать надо Библию. Там в Библии написано. Давид сказал так, что он жил, состарился и не видел праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Да, было переживание, думал, ну как я поеду в Америку? Кто мне поможет, кто встретит? Как выращу, когда выращу детей? Все, слава Богу, сделал, устроил, а теперь думал, просто, как Давид еще вышел, однажды сказал Бог и дважды слышал я, что сила у Господа. Ну, действительно, порой сомневаешься, думаешь, падаешь, как будет, что будет, опять разбиваешься. Но опять, Господь, слава Господу, что читаешь Евангелие, читаешь Библию, молишься, и Господь опять укрепляет сердце, опять или является во сне, или так, или через кого-то подскажет, какого, что Он Бог, и что Он никогда не оставит. И опять вновь укрепляешься, и надежду полагаешь только на Господа. А все Господь управляет чудным образом, просто сам удивляюсь. Ну, Толя, ну такой покой иметь, знаешь, иногда я зайду в
тебе заходил, это надо только, это действительно, это просто как-то, Господи, это во сне, во снах, или ну какие-то волнения, люди говорят, а Толя, как же ты будешь, что ты думаешь? Неспокойно всегда. Помните, когда даже пророк говорит, Аввакум говорит, встал на стражу мою, что скажет Господь? Вот, чтобы мне отвечать по жалобности. Господь говорит, вот будет плохо с Израилем, будет еще хуже. Он за голову хватается, Господи, что делать? А потом, когда Бог сказал ему, укрепил сердце, он говорит, что бы там ни было, хоть ни овец, ни скота, ничего не будет, война, что бы ни было, я должен быть спокоен. Единственное наше спокойствие только Господь и упование на Него. А остальное тревога, придет ли что, уйдет потом, все проходящее. Будущее смотреть надо, не вспоминать то, что было когда-то, надо вспоминать то, помнить о том, что ждет нас. Все, что я могу сказать. То есть... жить не прошлым, что было того, а жить тем, что будущим, что будет завтра. А завтра я буду со Христом. Если я не завтра буду со Христом, хорошо, послезавтра я встречусь своим Богом, которому служу. Ну откуда? То есть вера... Отслышание Слова Божия. Ну а еще бывают такие времена, ситуации, и ты, вы говорите, вы зовете Бога, и вам просто отвечает через сны, через что-то какое-то дает успокоение. Вот какие-то моменты. Тысячи раз или как-то сотни? Может, вот такие примеры. Хотя один такой из волнений, вот расскажите, который вот был, и вы просто как-то Бог дал ответ на него. Вот, и... Разными путями Бог дает. Бывает... Читаешь, думаешь, в печали, открываешь Библию, слушай, но она говорит мне для успокоения, что такое. Бывает, думаешь, задумаешься, что делать, кто-то проходит, любой, даже проходящий, безумный, глупый какой-то человек, слышишь, что он сказал, и слышишь, что ты сказал, что сказал. А просто мимо проходящего человека Бог тебе проговорил. И удивляешься, думаешь, как так? А бывает, что кто-то брат подошел, что сестра подошла, что случилось, спросила, подкрепила, сказала доброе слово. Разными путями, во сне ли или что, всякими путями Бог утешает, всякими путями. Открываешь Библию, читаешь – утешение. От кого-то слышишь – утешение. Есть, конечно, когда смотришь новости, CNN или еще какие, русские, украинские, там порой говорят так, что аж сердце даже болит. Но Библия никогда от него сердце не заболит. Толя, вот еще такой вопрос. Вот действительно, вот мы знаем, что наши родственники уходят. И мы знаем, что, как вы говорите, сегодня были на кладбище, посмотрели, опять кого-то хоронят. То есть мы знаем, уходят. Вот как-то вот вы чувствуете какое-то определение свое? Или вы говорите, ну мы идем к Господу. Как-то вот такое у вас спокойствие. Вот как-то вот так вот, скажите, вот ваше служение, волнение за детей, за что-то, вот как-то спокойно все говорите, пожалуйста, еще. Ну, спокойно. Надо иметь упование просто на Господа. Все, что нужно, порой я удивляю, я когда-то жил, смотрел, он, ага, Господи, что-то меня стало переживать. 50 лет, когда мне было, я очень часто, дня не проходил, я каждый день, в день по несколько раз я думал о смерти, мне страшно было умирать. Потом я пожил, и это успокоилось. Вот. Потом, насколько я знаю, насколько я жизнь прошел, я смотрю, что люди после 70 лет, они не хотят умирать, они думают, что они вечные. Вот. У них-то рождается такая мысль, им хочется жить, жить, жить. Апостол Павел, единственное, что я могу сказать, что говорит о себе, что говорит, готовится мне венец жизни. Почему? Потому что я все уже совершил. Что делать? Вот я хочу, вот Бог предлагает мне, что мне делать? Вот оставаться здесь на земле лучше для вас. Но я предпочитаю быть с Богом. И Христос сам сказал, что лучше для вас, если я пойду. Что нам переживать за эту жизнь? Если я пойду, то пойду куда? Пойду к тому, кому я служил, того, кого я предпочитал, того, кого я называю своим отцом. Через Иисуса Христа. Ну, на этой передаче вот наша подошла, знаете, на такой... Вот позитиве, хочу сказать, кто у кого вот и много детей, большие семьи, и у Толи довольно большая семья, и он для нас все вот смотрят, все родственники говорят, вот Толя, как же он один из нашего большого родства, вот у него большая семья. И Толя, вот такой вот, знаете, я просто помню, когда-то я был малый, я слышал, меньше, я не такой малый, вас был ранен, я слышал, что Бог сказал, через было такое откровение, слышал, все говорят, а у этой пары будет большая семья. То есть
знать все. На этом передача наша подошла к концу. Благодарю вас всех. До свидания. Спасибо. Трошки я же растерялся. Я в собрании руки спевал. Не-не-не, хорошо. Там, а тут я трошки раньше. Надо раньше прийти сюда было, приезжать и посидеть. Шевально. Успокоиться. Я трошки раздумывал. А чего? Я же не первый. Все, молодцы, спасибо. Все, большое спасибо. Благодарим. Он москвич сам, туда? Да, я этим не хвалюсь, я говорю, что я гражданин неба. Ну, слава Богу. Перед этим слышал, опять же, напомню слово. Просто смотри, вот мы ехали, пока вас слушаю, я говорю, хо, иду к отцу моему, к отцу вашему. Богу мой, Богу мой. Что мне больше нужно? Операция идет. Да? Ну, слава Богу. Да, слава Богу, все нормально. Хорошо. Ну, тихо як, если читать в очках, а так вот. Теперь как у орла будет. Да. Как на машине хоть бежать. Да, да, да. Сейчас, брат, я выключу там еще кое-что. Машина хочет другой.